Я думаю, что если хоккеист уже не мечтает попасть в сборную, и тем более на Олимпиаду, то ему можно вешать пеньки на гвоздь. У меня, конечно же, несмотря на то, что я 2 года там не принимаю участие, не попадаю в состав, то у меня все равно остаются желания и стимул, и есть такая задача передо мной, чтобы попасть в сборную. Сейчас на данный момент это Евротуры, потом уже Олимпийские игры и чемпионат мира. Будем делать все для этого. Надеюсь, партнеры помогут.